Друзья, этот клип о скульптурах по произведениям Льюиса Кэрролла. Льюис Кэрролл, настоящее имя Чарльз Людвигс Доджсон, английский писатель, математик, логик, философ, диакон и фотограф. Наиболее известные произведения «Алиса в стране чудес» и продолжение «Алиса в Зазеркалье». Среди множества интересных достопримечательностей внутри Центрального парка Нью-Йорка нужно увидеть и оригинальную скульптурную композицию, изображающую персонажей популярнейшей сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Скульптурная композиция «Алисы в стране чудес» появилась здесь еще в 1959 году и была установлена специально для гуляющих в Центральном парке детей. Оригинальная композиция из бронзы полностью соответствует иллюстрациям первого издания знаменитой книги Льюиса Кэрролла. Центральную часть скульптурной композиции занимает сидящая на грибе Алиса. Рядом с ней находится смотрящий на свои часы кролик, чеширский кот и безумный шляпник. Скульптура имеет высоту 3 метра и является единственной в Центральном парке, где дети могут играть и лазить, как им будет угодно. Неудивительно, что скульптура Алисы в «Стране чудес» стала самой популярной среди всех расположенных в парке статуй. Возможность посидеть на гигантском грибе рядом с той самой Алисой не упускают ни дети, ни взрослые. В Центральном парке Гилфорда в Великобритании установлена скульптура, посвященная сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье», где автор описывает приключения девочки Алисы, которая, пройдя сквозь зеркало, оказывается в совершенно удивительном и парадоксальном мире. Роман мгновенно стал популярным, а его автор прославил город Гилфорд. В 1990 году благодарные жители поставили памятник героине романа, Алисе, проходящей через зеркало. Автором композиции является скульптор Джина Аржент. Моделью ей служила дочь Анна. Скульптурная композиция установлена на территории старинного замка Гилфорд. Именно в этом городе жил сам Льюис Кэрролл и после смерти был похоронен на городском кладбище Восхождения. Друзья! Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, жмите на колокольчик и подписывайтесь на мой канал в YouTube.